Всем привет! Вы на канале Интернет и деньги, и я решил записать еще один ролик о проекте Просто бабки и показать в этом ролике собственно выплату. Вот так выглядит сайт хайпа Просто бабки. Старт был 8 марта. Он пока что неплохо работает. Сначала был только один тарифный план, это 8% за 24 часа. Инвестиции на данном тарифном плане от 100 до 1000 рублей. Теперь открылось еще два тарифных плана. Это 9% за 24 часа, здесь 1001 рубль и 5000 рублей. И третий тарифный план 10% за 24 часа, здесь от 5001 рубля до 10000 рублей. И дальше должны открываться еще тарифные планы. Всего их здесь есть 8. Партнерская программа на данном хайпе 5% и работает с платежной системой Fire. Давайте перейдем в кабинет. Вот у меня на балансе 108 рублей. Посмотрим ваши депозиты. У меня уже 3 депозита открылись. Вот я сюда закидываю по минималочке по 100 рублей. Давайте глянем на Fire кошелек. Так, последняя транзакция $18. И теперь давайте выведем отсюда средства. Переходим на вывод средств. Выбираем платежку Fire, вводим 108 рублей. И жмакаем вывести. Операция успешно выполнена. Идем на Fire, смотрим. Так вот, плюс 106.98. Выплата с проекта Просто бабки онлайн. Как видим, данный проект платит. И я, конечно же, закину еще 100 рублей. Потому что я думаю, что данный хайп еще немножко проработает. Так, идем инвестировать средства. Тут ввожу 100 рублей. Выбираю Fire, выбираю тарифный план. И нажимаю пополнить. Выбираю Fire рубли. Подтверждаю. Здесь еще раз подтверждаю. И вот у меня уже четвертый депозит открыт. И через 24 часа я снова смогу вывести отсюда денежку. Вот такой вот, ребят, интересный проект. С плавным маркетингом, неплохо работает. Все здесь отлично. Ссылочку на данный проект оставляю в описании, но не забывайте, что это хайп, что риски есть всегда, поэтому инвестируйте всегда только свободными деньгами. Ну а вы были на канале Интернет и деньги, всем спасибо за просмотр и до новых встреч!